у нас на улице, что какая радуга, какая красота, смотрите. И прям как-то все засияло, светло стало. Посмотрите, как здорово. И там, посмотрите, как красиво на улице. Надо выйти, дождь идет. Дождь опять пошел. А мои гулять пошли. Ребятишки с папой. Смотрите, какая красота. Аж две радуги. Видите, две радуги? Это красота. Смотрите, какая она. Вот это да, такая чуть-чуть. Что-то не упала. Так, вторая вон. Она бледненькая. Ее видно. Правда? И вот так вот все. Целый день сегодня. И тучи так летят. Какая красота. Говорят, когда радугу видишь, это очень хорошо. Ну, поснимаю вам. А вторая уже исчезает. Уже помаленьку исчезает, но все уже. Вот одна яркая. Ну, красота прямо. Надо же, а? Радуга такой. Угу. В общем, у нас погода никакая. Завтра к дочке ехать надо. Я тут все готовлюсь помаленечку. Парочку упаковываю. У меня тут бардак такой на столе. Я все тут делаю. Вот. Ну, такие вот дела. Подарок купила я ей. Катаюсь на велике, так классно. Природа супер. Тут яблочки, сады. Запах такой приятный. Так, поеду помаленьку. Не знаю, смогу одной рукой, не смогу. Поеду помаленечко. Так, отключу педали, босоножки одела. Какая красота. Стрекозки. Бабочки. Ой, посмотрите, какая прелесть. Цветочки. Какие они красивые. Голубенькие. Смотрите, здесь яблоки прям растут. Вон какие. Но они еще не поспели. Ой, не могу крутить. Ну, сады здесь. Потом, когда яблочки уже будут, нужно будет проезжать, сорвать. Хотя у нас нельзя. У нас запрещено. Здесь ежевика прям. Ой, по мне прям листики прошлись. Ну, в общем, помаленечку еду, одной рукой держу. Видите? Вот так вот. На турбо еду. На первой, на четвертой скорости. Это в гору я на первую переключаюсь. Ой, как красота. Вот там прямо солнышко светит. Ой, травку заехала. Да, с телефоном, конечно, проблемно. Собачки мои дома, одни не знают, что там будет. Сейчас придут. Не знаю, короче. Но я решила прогуляться. Кататься. Медальками кручу. Вот так. Видите, как здорово. Ветерочек. Жарко сегодня. Хотя с утра дождик был. Но кататься одно удовольствие, я вам скажу. Вот. Я в магазин зашла. Я тут приостановилась, потому что это мало ли. Ой, все. Так. Потому что там у меня поворот, мне надо будет уже с двумя руками. Птички поют, какая красота. Лавочка, можно посидеть. Люди там гуляют дальше с детьми. Ну, там такой, как парк. Вот, я вдоль речки. Вот так вот еду. Так, ну попробую сейчас одной рукой опять тихонечку поехать. Поснимать природу немножечко. Если что, становиться всегда можно. Народу не так, чтобы народ был, да? Тут где-то я этих видела лебедей. Прям классно так плавают. Два лебедя, и там у них лебедюшки маленькие. А, вон они. Там вон
вам не видно будет, наверное. А вон туда дальше, и у них маленькие. Вон, видите, один сидит. Вот. Там еще где-то еще один есть с маленькими. Там уточки. Красота, прямо я вам скажу. Красота. Где спортом занимаются. А я тоже спортом занимаюсь. У меня тоже спорт. Зачем мне спорт? Ну, педали кручу. Я на тройку прибавила. Хотела показать вам лебедя. Чуть не вижу его. Мостик такой. Смотрите, клумба какая с цветами. Вкусно весной. Видите, какая клумба. Смотрите, какая речка широкая здесь. У нас там узенькая, а тут прям широкая-преширокая. Вот. И на той стороне тоже, видите, как красиво. Так, ну что, поеду я, да, дальше. Погуляла, нагулялась. Все, можно и домой. Третья неделя жизни. Скоро 3 недельки. Через 1-2 дня. И вот такие ребятишки. Одни спят, другие играют. Вот эта девочка наша. Вот она такая вот уже красоточка. Они уже ходят, глазки у них открыты. Такие сладкие. Такие вот ребятишки. Такие ребятишки. Такие холёсенькие. И вот эти вот какие вот холёсенькие. Мне главное сера с белым. Они не 3 колора, а 4 колора. У них серая. Представляете, на голове серый цвет такой, как сказать, выходит. Видите? Вот видите, серый. Белый, серый, коричневый и черный. Интересно так. Первый раз такое вижу. Вообще, крас очень интересный, конечно. Да, вот она носит, девчонка, да, носики темнеют помаленечку, не у всех еще, правда, ну, все темнее, темнее окрас становится носиков, вот. Потому что у них сначала, они родились, у них носики такие светленькие были, розовые, вот эти барнюхи наши, вот они барнюшки. Да, девчуля, да-да-да, барнюшечки, такие хорошенькие барнюшки, карапузики такие-то вообще, вот один самый первый вот этот родился, по-моему, или вот этот, я уже не помню, они одинаковые, но я сразу сказала, что вот этот барнюшка, да-да-да, и что такое, и что такое, ну и что такое. Это девочка наша плачет. Чуть она плакает. Да, девочка. Ой, тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ладно, пускай спят, детки отдыхают. Поливаю свои орхидеи. Вот так набираю воды сюда. Подкормку я не делаю. Когда орхидеи цветут, я подкормку не делаю. Знаете почему? Потому что подкормка у меня для цветения. Если я начну подкормку делать, то у меня орхидеи сбросят цветы. Подкормку подкармливать, да, нужно, когда нет цветения. Но я не знаю, правильно я говорю, нет, но вот я на моем опыте вот такой вот. Я как-то раз стала делать, подкармливать их, да, они цвели. И я налила специальную жидкость такую, специально для орхидей. И у меня были цветы, да, вот так. И вы представляете, они у меня через некоторое время, ну, неделя, наверное, не прошла, мне скинули все цветы. А когда цветение уже проходит, ты начинаешь подкармливать, и тогда орхидеи начинают цвести и долго цветут. Вот это мой опыт просто. Не знаю, может быть, у вас как подкорм какая-то другая, вот у меня вот такая. Все, вот так вот я, видите, в водичке все стоит. Но они мне уже, в принципе, уже все. Видите, один цветочек остался. Тут еще вот вытаскиваю вот так водичка, чтобы слилась. Сейчас горшок приготовлю. Вот, горшочек вот так беру. Если там вода есть, я убираю.
Всю, конечно, потом протираю. У меня тут, видите, куча салфеток. Вот. Такие вот пироги. Так, сейчас. И все вот так ставлю. Вот. Сейчас буду протирать листики. Они мне уже, знаете, уже солнышко жарко. И они мне уже, бедные, пить хотели сильно. Паша их один раз поливала, все. Потом я беру салфеточку. Просто у меня, ну, я говорю, куча уже. Я вытирала, стоит. И вот эту всю влагу я убираю с листиков. Лучше ее убрать. Потом, что не надо там обрезать. Вот тут я всякие такие, вот, где уже отцвело, они не нужны. Вот это вот еще оставляю я. Ну, такие лишние я обрезала. Вот, ну, один цветочек остался. Вот так вот все вытираем. Потом горшочек протру, чтобы влаги не оставалось ни на цветочке, ни на цветочке нигде, чтобы они не загнили, да. Видите, тут все убираю. Вот это важно очень тоже сделать. Вот, решила я на окне навести порядок, помыть окно. У меня там стирка, высушилось белье, но я уже пойду скоро снимать. Погода хорошая, но такая вот, но теплая. Сегодня, видите, у меня там стулья, у нас вчера дождь был такой сильный. Но я вчера успела на велике покататься с удовольствием. Так вот, сейчас я их сюда, наверное, не знаю, сюда, здесь, сюда. Вот так хочу аккуратненько окно протерла, помыла. Ну и вот так вот. Вот. Теперь пускай, видите, листики уже подвяли. Надо было, конечно, поливаться, но никто их не поливал. Они стояли. Говорю, один раз Паша говорит, я их полил, и все. Ну и на этом хорошо, хоть они совсем у меня не пропали. Потому что в прошлый раз пропало у меня много орхидей. Потому что не поливались. Видите, опять дождь наклевывается. Надо мне идти вот ветер, снимать белье. Вот вчера был прямо такой дождь был сильный. Я успела, конечно, покататься. Приехала, успела. Еще постиралась, но потом вечером уже как он полил, полил. Думаю, ну ладно. Слава богу, оно все равно высохло. Вот. Закрыта была ролада, и дождь сюда не попадал. Витишки уже играются. Накакали я там, убрала. Когда мамка, она подтирает. Видите, носики темнеют. У них постоянно каждый день все темнее, темнее носики. У девочки уже конкретно уже почти что все, как бы носик потемнел, светленький такой. Он что делает? Уже бульдожки. Ой-ой-ой. Это мальчик такой вот. Смотрите, у него сера на головке, представляете? Я только вот увидела, и носик помаленьку темнеет, темнеет. Ой, какой злой, злой мальчик будет, а? Еще вот один проснулся. Видите, вот он. У него тоже серенькая на головке, а тут беленькая. Странно, такой серый цвет. Первый раз такое вижу. И вот такие наши бульдожки, барнюшки. Вот такие вот, один вот тут вот. А эти вот такие вот. Вот, да-да-да-да-да. Вот они. Ребятенки, ребятишки наши. Алёсенькие. Один у нас шоколадный есть мальчик. Это вот этот вот, он такой шоколадный. Он прям, знаете, темный шоколад. Красивый такой. У него так вот уже ходят. Уже дерутся. Какают, он писает. Все, короче. Меняю каждый день. Внизу там пеленки у меня еще лежат, чтобы впитывалось. Вот. Они уже так вот, знаете, соображают. Ну что, 3 недельки уже скоро будет. Что-то мамкиных волос нахватались, да? А? Чего? Уйти. Уйти, сладкие. Вот сладкие, а. Вот этот шоколадный мальчик, шоколадный. Я шоколадный заяц, да? Я шоколадный зайка. Вон они ковыркаются. Все уже, детки выросли. Скоро будем подкармливать. Все. Вот так вот. Кусаемся уже, играем. Вот так вот. Все, быстренько. Еще 3 недели нет. Ну, в общем, 3 недельки. Через завтра или послезавтра будет. Вот, и вот такие мы. А у них привычка писёны сосать. Представляете? Это смотрите, что творят. Думают, что это титька, это что такое? Это что такое? Ну-ка, нельзя. Ну-ка, нельзя, скажи, мой писён сосать. Я не могу вообще, умру над ними. А его видно, видите, шоколадка прям отличается. Ой, рычим еще, рычим. Такие холёсенькие. Такие сладенькие.
Расцеловала бы всех, затискала бы. Вон шоколадка, видите, он какой коричневый. Он уже. Ой-ой-ой, зубки уже. Я уже палец засунула в ротик, попробовала. У некоторых уже вот эти покрупнее, которые, у них уже зубки прорезаются. Вон они. Играть хотят, дурнюхи. Бульдожки маленькие. Но они такие маленькие собачки будут. Только для квартиры. Ну и для дома, для своего, у кого дом. Видите, как отличается шоколадка, которые дерутся вот сейчас. Шоколадный мальчик. Вот этот темненький, как барнюшка, похож на барнюшку. И галстучки у них. Только у них больше мордочки в Нюшку почему-то. Не в барнюшу, а в Нюшу. А окрас вот барнюшкин. Вот так вот, деточки. Холёсенькие такие, холёсенькие. Это девочка, которая ротик разевает. Вот шоколадка на нее лезет. Мальчик шоколадный. Красивый будет мальчик. Такой будет. Такие пузатики, они такие взбитые, прям толстенькие. Вот они, вот они. За ними наблюдать прям одно удовольствие. Мамка наша вот тут лежит. Я коврик постелила, когда открываю, мне выходят. Вот там уже накакана тоже убрала Нюша. Она за ними подъедает. Ну, а что делать? Видите, они везде теперь какать будут. Мамка наша отдыхает, злючка. Вот. Вот так вот. Видите, носик у него все темнее, темнее становится. У них же вообще розовые носы были, они родились. Я думала, что ж они как поросята будут с розовыми носами. А теперь смотрю, они у них темнеют каждый день. Все, все. У девочки так конкретно уже носик темный. Был одно, как у поросеночка. Такой вот розовый, розовый. Думала, ну как крюшки будут маленькие с розовыми носиками. Нет, оказывается, это у всех так они рождаются. В основном у этих вот Джек Расселев породы. Я так думаю, что эти вот собачки у нас, они как мишунг, да, ну как вот полукровки, но они вот эти вот, они прямо в Нюшу родились, вот эти вот в пятнистенке, вот эти вот с белым где-то, беленькая. Они прям такие вот конкретно. Эти вон какие барбосики, вон какие красивые наши мальчики. Вон какие красивые. Такие ребятишки. Так, вот так, наверное. Так сильнее, лучше будет видно, наверное. Холёсие. Ой, кусаются уже, соображают что-то. Уже что-то соображают. Ой, ой, довольные, довольные. Вот барнюха, вот барнюха. Вот он, вот он. Вот он. Ой, ой, ой. Ой, я не могу, они такие слёденькие. Ой. Ой, лапками трык. Ой, улыбаемся. Да довольные, конечно, скажем, мы все сытенькие. Нам тепло, нам хорошо. Мы не на улице рожденные, да, мы в тепле и в сытости, и в заботе. Чё, мои сладенькие. Мои холёси такие, он уже грызём все. Ну что, скоро все погрызано будет. Уже все, смотрите, вот так вот. Все надо грызть, зубки уже лезут. Вот так, вот так. Зубки лезут, конечно. Вон ребятишки. А мамке пофигу, мамка лежит. Так вот. Так, это чья тут морда? Сируды маленькие. Пописили мне, смотрите, вот только поменяла, вот вчера чистое, все, уже все. Ну, им тут место хорошо, потом у нас еще она добавляется, еще больше делается, я им еще потом больше сделаю. Вот, да. Как-то так. Маленькие дети есть маленькие дети, как вот за детьми грудными. Знаете, я вчера поехала гулять и переживала, думаю, как они там... Открыла вот эту дверку, чтобы Нюшка могла выходить, заходить. И переживаю сама, знаете, прямо, я не знаю. Ой,
Уже бегаем, но бегаем, но бегаем. Все. Ой, цыплятки мои. Вот писи. Мы, видите, писи в уголочке. Выбираем себе уголочки, да, писить, какать. Ходим мы сюда. Да. Хотела еще сказать насчет орхидей. Смотрите, если вот такие у вас сухие, вот такие вот, да, вот эти корни воздушные, вы их обрезаете. Если более-менее нормальные, не надо. Вот, ну, такие не надо. Вот если вот такие, да, я обрезаю. Вот, и протирать, конечно, ее надо от влаги, когда вы ее полили. Вот, ну, вот эти вот нормальные я еще оставляю, пускай будут. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, они напились уже, все. И спасибо говорят. Моя новая орхидейка, посмотрите, какая красавица. Красивая. Видите? Прелесть. Мне нравятся. Эти такие низенькие, да? Вот я их все поставила. Теперь чистота. Окно чистое. Я имею в виду подоконник и все. И пролила их. То мне все душа болела, их надо полить. А одну я туда поставила, потому что она без цветения. Пускай здесь стоит, отдыхает. Полила ее, пролила. Вот. Видите, я поливала уже все. Это декабристик, вот, я его пролила, видите, у меня сколько новеньких отросточков, вот, это надо у меня убрать, это из посудомойки, поставила сюда, чтобы открыть, убрать, вот, как-то так, да. Наши ребятишечки, что-то мы какаем или что-то делаем, тужимся, что-то мы хотим тут, что-то мы хотим, тут мы не можем. Что-то хотим. Ну, пописили хоть. Ладно. Ну, ладно. Вот так вот. Вот он, шоколадный заяц. Шоколадный заяц. Такой вот. Вот так вот. Нападаем друг на друга. Все уже. Ожили, детки. Вот сейчас самый интересный возраст. Мне нравится за ними наблюдать. Какие они славненькие, холёсенькие такие, холёсенькие. Вот так. Вот так. Задираемся друг на друга. Задираемся. Ой, еще гавкаем. Они уже гавкают, еще как? О, о. Кто главный? Да, о! Ой, Нюнька, смотри, детки-то уже гавкают. Сируны маленькие. Сируны маленькие. Нюхают друг друга. Как будто знакомятся, знаете. Ой, да бегать уже надо, прыгать. Да, конечно. Ой, ой. Ой, какие холёси. Хочется их тискать. А я их беру в руки, они писить у меня начинают в руках, а он накакана уже, видите, уголочки. Кто-то накакал. Ну, надо убрать, иначе размажется сейчас. Так, уберем. Плакаем, о чем мы плакаем? А? О чем мы плакаем? О, шоколадка. А что такое? Так, опять писюны сосут. Ну, это что такое, а? Не надо, не надо. Вот скажите, это что, нормально или нет? Мне кажется, это ненормально. Видите, что? Присосался и сосет. Ну, вот зачем такое? Я не знаю, это что, у них такое нормально, что ли, собак? У кошек такого не было, я не видела ни разу. Да. А эти прямо один и второй, там, по-моему, двое их вот такое делают. Видите, что творят? Видите, что творят? Нет, нельзя, нельзя это делать. Не, най, не надо, не надо. Вон, смотрите, видите, носики темнеют. Был такой розовый. Сейчас у нее все вот это тоже потемнеет. Это девочка. Ой, она мне пальчик сразу сосет. Это девочка. Это девочка. Да, такая девочка. Носик стал темненький. А это мальчишка такой. У него еще носик, видите, какой, еще темнеет только. Еще такой, как у поросеночка. Скоро уже будет холёся. Ну-ка, давай посмотрим на тебя. Видите, носик как темнеет. Ой, какой. Ой, на головке серенькая, тут беленькая. Да, носик помаленечку темнеет, видите. Скоро черненький будет. Да, скоро черненький будет. Вот такие ребятишечки красивые. Ну, вот эти хвостик у него такие на лапочках.
А Лёся такой: мальчик, вот тут темненько все будет, да, скажи, да. Их потом всех по отдельности сфотографирую. Такую шью, вот такую блузочку из льна, делаю вот так отстрочку сейчас. Видите, вот так. Вот. Да, отгладить. Примется прям как, я не знаю что. Здесь я вставила замочек сбоку, потом вам покажу. В общем, такой цвет, какой-то такой, знаете, ванильный, красивый, кстати, лен. У меня кусочек лежал, это у меня был. Думаю, сделаю-ка я себе блузочку. И вот это, чтобы не загибалось, мне надо отстрочить вовнутрь, вот так. Вот этот вот, эту вот обтачку, можно сказать. Вот, там у меня флизелинчик стоит, я поставила, чтобы, знаете, потому что лен такой, он тоненький, он такой блузочный. Вот так что шьем. Выточки сделала. Я вот так вот шью. Обстрачиваю вот эту вот спинку. И вот так вот я здесь молнию вставила. Такую, специально такую молнию сделала, чтобы не одевать удобно было. Все вот мятое, прям надо гладить, гладить. Ну ладно, как-то продолжим, да, это шитье. Блузка скроена по косу, и она идет по талии. Поэтому мне пришлось сделать молнию, потому что по-другому никак. Если бы она была просто не по косой, тогда бы мне не надо было, да, молнию. А так, так как она по косой, мне нужна молния. Материальчик приятный такой, знаете, цвет такой ванили, такой тоненький ленчик.